По информации единой диспетчерской службы, за прошедшие выходные дни на территории городского округа Красногорск чрезвычайных ситуаций не произошло. В ЕДДС поступило 2060 обращений, требующих реагирования и справочного характера. Из них в пожарную службу 20, полицию 253, скорую медицинскую помощь 577, газовую службу 16. 22 и 23 мая с 9 до 17 часов будет отключено энергоснабжение в СНТ «Пищевик» в связи с проведением ремонтных работ. Опасные неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. Напоминаем, контактный номер экстренной оперативной службы 112.